Лесок в районе Зебрене. Еще до экскаватора не доехали. Уже сели по лесной дороге. Сейчас цепи ставят. Я думал, зайду-ка я в лесок. Сам себя сниму. Красота. Это поворот от Зебрене в сторону хутора Венца. Это одинокий дом. Ну, хутор называется Пурвини. Там у нас экскаватор. Вот. Чистота, красота. Ну, там уже дальше кусты. Это просто пятачок такой. Ладно, поедем. Не поедем, а будем вытаскивать самих себя. Вон там цепи ставят. Да, еще не доехали, уже сели. Заклинило поворот платформы. Заглушил, постоял немножко. Опять начало крутиться. Но когда рычагом пытаюсь поворачивать платформу, я чувствую, что двигатель вроде как под нагрузочкой легкой. Значит, ну, значит, сам не знаю, что это такое. Заезжал жопой. Уже думаю, платформу не буду крутить. Заехал жопой. Чуть гусеница не слетела. Одна вот эта вот туда ушла, гусеница сюда вылезла. Ну, кое-как туда-сюда. Эти редуктора нагрелись. О, тепленькие. Ну, хорошо, что не горячие, как утюг. Цепь стоит. Все, сейчас поедем. Не уверен, ну ладно. Ну что, теперь уже едем назад, но все равно с деревенской дороги еще не выехали. Вот там вот мы доехали, развернулись там, удалось все-таки. Сейчас проверили, вроде бы не катается, не ездит никуда. Ладно, все, на Ригу. Поля, леса, небо и канава. Вот там вот за поворотом. Вот видишь, как здесь? Здесь совсем под углом.